Твоя мать продала тебя, потому что она тебя не любит. Она меня любит. Нет, она перестала тебя любить в тот момент, когда ты убила своего отца. Я его не убивала! Его убил сумасшедший, который следил за мной! Это была случайность! Да, но он хотел убить тебя. Твой отец вмешался, и в итоге... Бум! Твоя мать тебя продала. Это неправда. Она не могла так со мной поступить. Она любила твоего отца больше, чем тебя. Ты лжешь! Правда? А может нет? Подумай о ваших с ней отношениях. Все ли было так хорошо, как тебе кажется? Моя мама меня любит. Ее жизнь стала пустой без твоего отца. Она не могла больше выносить ту боль, которую ощущала от потери. Хватит! И тогда она нашла меня и заключила со мной сделку. Какую сделку? Неужели я отвлек тебя от бесконечного процесса жалости к себе? Какую сделку? Она мне твою душу, а я ей покой. Что? Такого не бывает. Она бы никогда меня не продала. Неужели? Да! А что сегодня утром она тебе сказала на прощание? Что ей жаль, и все будет хорошо. Так, а теперь собери пазл. Твоя душа у меня. Мы приятно проведем вечность, я обещаю. Нет, это дурацкий розыгрыш. Я тебе не верю. Ну, ты боишься, значит, веришь. Это бред. Ты что, какой-то демон? Можно и так сказать. Тогда я точно тебе не верю, потому что демоны не пишут сообщения. Разумно, но... Что «но»? Нам тоже приходится адаптироваться к вашей ущербной социальной жизни. Вы же ни минуты не проводите без телефонов. Я ухожу. Лиза вновь подошла к двери и потянулась к ручке, но опять ощутила удушье. Я просил тебя не выходить. Как ты это делаешь? Отпусти меня. Смотри в окно. Ну, пожалуйста, я просто хочу уйти.